Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының мәліметінше жыл сайын 12 мың жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Мамандар осылайша жұмыссыздық санын 4,7%-ке азайтуды көздейді. В текущем году сформирован четвертый уровень бюджета, выстроены межбюджетные отношения между районным бюджетом и бюджетом сельского округа с численностью населения свыше 2000 человек. Сформированы и включены в прогноз области 32 проекта сельских бюджетов на 2018-2020 годы. Жиын барысында аймақ басшысы кейбір кәсіпорындарда өнеркәсіп көлемінің индексі төмендегенін байқады. Бұл ретте Болат Бақауов экономика және бюджеттік жоспарлау комитетіне кәсіпорын басшылары алдын ала, яғни 3 жылдық мерзімге арналған бюджеттік жоспарды әзірлеуді тапсырды. Как можно говорить, мы, оказывается, не включили тюльку. 1,2 миллиарда тенге. Мы в прошлом году ее кое-как там включили. Понятно еще, что по ходу 700 миллионов нам дали на ИКИ Вахтугай, на воду, на ИКИ Терентьеву. Это же жизнь, все, ничего уже у нас не секвестировали. Покажите, что у нас секвестировали по городу. Ничего. По всем направлениям только дополнили ресурсы. Аймақ басшысы тиісті орган мамандары тарапынан бақылау болмағанын айтып өтті. Такое у меня впечатление создается, что ваши отделы экономики, не заместители, курирующие экономики, а отделы экономики отправляют не просчитанные цифры, а потом мы разбираемся здесь. Надо за подписью акимов, Масат Харач, принимайте все за подписью акимов. Пусть проводит совещание, вникает, каждый округ разбирает, каждое предприятие, что у него будет работать, что стоять. Не надо быть бюджетоориентированным. Сегодня надо уходить на ГЧП. А что такое ГЧП, надо разобраться и посоветоваться с управлением экономики. Кездесу қорытындысы бойынша Павлодар облысының 2018-2020 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму жоспары қабылданбай қайта қаралуға жіберілді. Ал облыс әкімінің орынбасарларына өндіріс орындарын бақылауға алу тапсырылды. Зерке Қанағат, Мұрат Әбілмәжіт және Ниязбек Смағұл, Ертіс Информ.